Я хорошо помню тот день. День, когда они пришли на Землю. Те из нас, кто пережил катаклизм и не сдох в лапах тварей, укрылись в метро. Там, в кромешном мраке туннелей, мы нашли себе убежище. И мы будем сражаться за свое будущее, пока не умрем. Вы играете в демоверсию игры, выбор сложности заблокирован, а игра ограничена 7 игровыми чего-то часами по ходу дела. Всем привет, с вами Кэтсун Неко. Сегодня мы поиграем в замечательную демоверсию от русских разработчиков Until We Die Demo. Пока ты не умрешь, как-то так называется игра. Жанр стратегия, выживастик, экшен, вид сбоку. Ну, типа того, мы бегаем русским Иваном. И раздаем всем пендали и защищаем, короче, чего-то там кого. Сейчас мы все это дело разберем. Короче, русский язык есть, естественно. Интеграция с Твичом даже есть. Что такое непонятно. Что такое, нажимать не будем больше. Потому что непонятно ничего. Так, главное меню. Показать ресурсы. Трунь. Это все понятно. Перезарядка. Переупорядочить отряд. Стрелять. Уклониться. Отправить юнита. Навыки. Ладно, нажимаем... и погнали. Ага, настройка игры. Разведчики подтвердили целостность вентиляционной шахты на станции Электрозаводская. Приятное решение закрепиться в том районе и воспользоваться шахтой для доставки припасов с поверхности. Ваша задача восстановить электроснабжение станции и продержаться в течение 7 дней до прихода нашего основного отряда. Удачи, командир! Ну, тут, как нам сказали, в демоверсии ничего менять нельзя. Поэтому ни уровни сложности, ничего. Так, здесь что? И будем завал. Смотрите, ну все по-русски написано, прикольные всякие скетчи. Валя плюс 7984. Какая-то тут Валентина. Короче, если мы узнаем, ну вот пройдем дальше, да, купим эту игру, поиграем и... Кто-то может этой Вале позвонить. Да-да-да. У кого-то есть шанс. Так что бегом-бегом покупать. Так, такие чуваки. Зажать есть, пропустить обучение. Нет, мы не хотим пропускать обучение. Что у него там калаш? А, калашу фонарик привязан. На соединенную изоленту. Командир, прибываем. Загорелось чего-то у нас там. Подсоби, найди мне лома, чтобы я смог починить дрезину. Блин, графони, знаете, есть такая классная игра под названием, как, точнее, серия игр Metal Slug. Очень похоже, прям очень. Чё? Как... Ух ты, как мягенько-то. А чё не садится? Ладно. Что нам нужно? Чё призвать? Отправить разбирать коробки. Пойдем дальше. Мне нужен лом. Давай. Владислав, ты чё? Берегись, надо помочь обустроить. Вернуться надо. Так. Смотрите, он какую-то гайку уже нашел. Это что такое? У нас всего лишь в отряде трое, да? Блин, я не вижу, где у нас количество патронов. Так, еще гайку он тут. Так. Оплатить было написано, да, что ли? Дрезина снова на ходу. Вернусь завтра с подкреплением. Так, первым делом запустим генератор. Мужики, пошли. Нам нужно 3 шестеренки. У нас они как раз имеются. Давайте. Вперед, запускайте. Что-то один всего лишь работает. Давай. Все, давайте. А, вдвоем только могут. Так. А тебя как звать-то? Генератор запущен, можно обустраивать лагерь. Погнали. Теперь нужно укрепить оборону, построив стену.
почему escape дали, а не пробел какой-нибудь? Потому что на пробел стрелять, вот почему. Так, отправить разбирать коробки. Так, одного, давай, Андрей, разбирай коробки. Ты, значит, Георгий, шнурки завязывай на галошах на своих. А ты, значит, Владислав. А, 4 шестеренки надо. Так, есть. Ты, значит, Владислав, давай. Делай стенку. Мыши такие прикольные, крысы точнее. А, вон бегать можно. Смотрите, серп и молот, здесь все дела. Ля-ля тополя. Так. Так, что? Что мы тут имеем? Шестереночки собрали. О, чё, а у вас выносливость не восстанавливается? Чё-то он долго. Давай вдвоем. Людей из отряда можно оставлять около стен, отправив их к флагу. Инженеры и жители, оставленные у стен, чинят их по необходимости. Отлично, за стеной безопасно. Теперь займемся мастерской лопат. Лопата, друг солдата. Так, я бы хотел тебя... Стоп. Вот, у флага давай одного Владислава оставлю. Или куда я тебя там? Или вниз? А как его у флага-то оставить? Интересно просто. А, вот, ну защищай там, или что, поджигай. Непонятно, что Петр патроны у меня бесконечные, смотрите. Хотя сверху, наверху... А, это одна стена у нас, да? Я думал, одна пачка патронов. Отлично, отлично. Генератор дает нам свет. А тут мы что-нибудь можем сделать, нет? Дом, дом, написано дом. На помощь, вернитесь. Чтобы мастерская заработала, нужно отправить туда работника. Побежали. Сейчас дядя Ваня всем вам тут покажет. О, этот кобелек они уже кинули. Отлично, давай. Пошел лопаты делать. Диггеры – сильные бойцы ближнего боя. Диггеры – это копатели, да? Если поставить диггера у стены, он будет защищать ее с помощью лопаты. А от кого защищать? Смотрите, какие-то с какими-то гнойными пузырями на спине. Какие-то крыса-люди, что ли? Нет, у них руки на крота похожи. Тело на какого-то медведя. Глаза вообще, на, не знаю, паука что-то какого-то. Игры отлично защищают местность от наростов мутантов. Наросты мутанты? Что? Также эдигеры хорошие добытчики и умеют охотиться с наслизней. Наслизней? Ну, смотрите, здесь и грибы какие-то есть, да? И слизни, с них яблоки выпадают, что ли? Грибочки можешь собирать. Классно. Мастерская производит инструменты каждый день. А какой у нас сейчас день? Превратить этого в диггера. Давай. Превращайся. Ну все, парни, а теперь за работу. Слушайте мои приказы, исследуем окрестности, отстраиваемся и не умираем. Так, нам подкрепление. Так, вижу лишние руки, тебе не помешает. Могу подсобить. Ты мне еду, я тебе добровольцев и лом. То есть с ним можно, смотри, обмениваться. Разгреби лом, что я привез, чтобы я мог отправиться назад в тоннели и... В общем-то, давайте, ребята... Гребайте лом. Так, ты сделаешь нам лопату? Или что? А, все, один лопатчик. Владислав уже у нас этот. Чармандер, да? На защите отечества стоит. Так, лопата там делается. Шестереночки. Оп, так, что ему нужно от гусениц? А, нет, смотрите, вот он у нас. Георгий стал лопатчиком. А Владислав что-то стоит тут у нас. А, я же ему сказал, типа... Охраняй там или еще что, защищай. Давай. Владислав, тоже будешь этим. Чармандером. Давай. Во. Так, а ты у нас что? Георгий. Не спать.
Выберите бонус за улучшение генератора, авиатор и сеть убежищ. Агрегатор. Две поездки торговца. Ну, я не знаю, сеть убежищ, наверное. Давайте я выберу. Не буду вчитываться, потому что это демоверсия особо. Так, стоп, ты у нас копальщик. Может быть, грибочков кто соберет, а? Где у меня? У меня тут еще один. Глеб, ты что тут, охренел, что ли? Пошли, ну-ка. А тут... Так, ему видал, что нужно? 8 штук вот этих штук. Давай, собирай. У меня уже выносливость кончился. Тут что тут? Я на диване такой простой, что ли? Так, пошли со мной. Стоишь тут с лопатой. Так, пошли со мной. Давайте. Не хочешь? Строите стену тогда. Это что такое? Я ему-ка такие 4 штуки только всего лишь. Туман сгущается, надо укрыться за стенами. А где здесь вообще? О, смотрите, ну может ему помочь надо? А, Георгий Шманая Трупака. Охренеть. И диггеры могут расчистить завал с помощью лопат. Снаряди работать двоих диггеров, чтобы работа шла быстрее. Так. Давайте. Все за мной. Двоих диггеров. Так, Владислав, ты на защите. А, побежали туда. Тебя поставим тогда. А то, говорит, туман сгущается. Давай ему отдадим там, сколько надо. Но ему, видимо, не хватает. Так, Георгий, защищай здесь. У стены слева замечены мутанты. Сейчас мы их постреляем. Ничего, пацаны, не ссыте. Так, игра переходит в режим опасности. Если поблизости враги или герой был ранен, в этом режиме нельзя взаимодействовать с объектом и назначать людей на работы некоторое время. Так, это нужно чинить. Так, Глеб, давай тут пошустрее, блин. Так, а ты, Владислав, можешь мне помочь с постройкой? Нет, я, говорит, не этот. Я буду защищать только тут. А мне здесь починякать надо. Блин, Глеб, ты у нас один остался. Да ладно, дядя Вася, ты еще сигарету изо рта вынул бы, да, вообще замечательно было. То есть нужно, получается... А, вот еще грибы, надо здесь разбирать, я понял. 4 гриба у нас есть, 4 ему еще надо отдать. Ох, да, курить бы. Так, дядя Вася, Глеб у нас чинит. Но, собственно, нам нужно... Так, Глеб, Глебушка, пошли за мной. Так, стоп, ты защищай, а ты за мной. Это что такое здесь? Здесь какая-то мастерская, если я тебя сюда засунул. Здесь у нас какая-то... Что это здесь у нас? А, нужен какой-то другой чувак. Почему мы не используем лабораторию? Да хз, хз даже. Так. Инженеры, бойцы поддержки. Они не могут изучить технологии в лаборатории, открывая доступ к улучшениям базы. Инженеры, оставленные возле стен, будут чинить их. Также инженер умеет строить все виды сооружений и стен в игре. То есть инженеры — это крутые чуваки. Давай, делайся инженером. И он может потом вот в этот день второй. У нас, по-моему, демка на 7 дней, да? Можно по 7 дней поиграть. Ну, блин, по графонию прикольно. Но это такое, знаете, Tower Defense получается, да? Защита базы. Защита башни. Ну, в данный момент у нас тут база. Так, Георгий, можешь ты мне помочь? Стоп. Вот эту вот штуку разобрать, а? Так, сможешь, да? Ладно. Сейчас мы подсоберем шестеренки. А ну-ка, давай-ка, вот лучше грибы тут собирай. Да, Георгий может нам грибочков подсобрать.
Вот этот мсье Лопата что-то так долго делает. Это нас ждет грибы. Тут у нас лаборатория, и этот у нас инженерит. Так, у вас мало крепких стен. Да я знаю, пошли со мной. Кто у нас? Так. Нам нужно ускориться. Нифига себе, как он двоится. Ну-ка давай, лопатчик. А, ты все, ты молодец, короче. Давайте вдвоем. Не хочешь? Ты что, офигел, что ли? Давай картошку только-то копай. Так, а ты тогда охраняй здесь. Так, тут у нас получается шестеренки только. Тут еще можно вторую стену поставить. Это, блин, тоже вот похоже на игру. Знаете, как называется, сейчас скажу. Короче, вспомнил, игра называется Kingdom. Исполнена в такой, в пиксельном стиле. Тоже вот там стены также можно строить. По ночам всякие монстры прибегают, всякая ерунда. Почему мы не используем лабораторию? Я откуда знаю, почему ты не используешь лабораторию? Потому что надо отдать. Все, он уехал. Что там, лаборант? В лаборатории нам нужен инженер. А инженер у нас еще, он подготавливается, обучается, я так полагаю, да? Да, он нам показывается, нужен инженер. Это что такое? Так, он тут копать может. Может копать. Давайте немножко изучим. Там всякие еще обелиски были. Можно было молиться. Ух ты. В тоннелях нужно проявлять осторожность. Эти наросты очень живучие. Их лучше рубить лопатами или сжигать. О, фонарик сам включил. Прибежит ко мне, нет, интересно знать. Погнали за мной. У стены слева замеченные мутанты. Слева. О-о-о, давай. У стены справа замечены мутанты. Пошли со мной. Не, вообще-то оставайся здесь. Я пойду на помощь. А то вдруг, а что за бочка такая посередине? День. Также там можно было апгрейдиться. Ну, игруха прикольная. Так, здесь, ну, нам нужно срочно починякаться, но... чинильщика у нас нету. Я его у инженера записал, поэтому... Бежали справа, изучим, что там есть. Я не знаю, сколько мы выдержим. Погнали. Насколько нас хватит здесь... Так, тут у нас есть флаг. 4 шестеренки. Стена слева уничтожена. Отступаем. О-о-о-о! Нет, нет, нет. О, нет. Они все-таки уничтожили. Че он там, лопатчик, не справился? А что ты здесь делаешь-то? Я не понял. А почему? А, стоп, они могут чинить, да? Владислав и Георгий. О, эти приехали. А там, кстати, вот этот Kingdom. Там приезжал чувачок на ослике. О, привез добровольца. И у него можно всякие было товары покупать. Давай, Ярослав. Ты, короче, будешь чинить нам вот эту стену. Давай. Эй, не сюда. Вот, чини давай. Так, здесь нужно разобрать. Здесь что? Здесь нужен инженер. Инженер у нас строится. Так, ребята. Побежали разбирать хламье, которое нам привезли. Ну, блин, я вообще ничего не успеваю делать. Давай одного хоть. Вот иди разбирай здесь. Второй пошли за мной. Там этот стену чинит. Тут мы заново построили. Здесь что? Здесь что? Давай. Он как раз с лопатой. Может разобрать. Пусть пока разбирает. Мы сходим направо. Поглядим.
Так, этот у нас разобрал. Пошли. Ему опять нужны улитки какие-то, гусеницы, что? Что тебе нужно? Ага, грибы. А интересно, что они кушают? Так, инженер почти готов. Что-то медленно все это строится. Так, давай, разбирай тоже. Помогай ему. Тыньк-тыньк. Хламье вот это вот все. Конечно, вы сначала можете... Пошли за мной. Сначала можете вот эти вот грибы собрать. По пырику. А, нужно было чуть подальше отойти. Так, стопэ. Давайте. Ага, что-то с него взяли. Но здесь шестеренки, это как бы не особо. Конечно, лопатами как-то стучат по нему. Пум-пум-пум-пум. Угу. Что мы можем сделать здесь? А, еще одну стену можем поставить, да? Это, естественно, нужно на каждую стену по человеку. Не знаю, было бы это существенно сделано с моей стороны или нет. Мне кажется, что-то как-то... Не, стиль прикольный, графоник классный. Тем более наши игрушку сделали. Это клево. Опа, что это такое? Какая-то странная стена. Ох ты. А здесь что можно сделать? Дом какой-то. О, дом. Дом. Давай тоже что стоишь, лопатчик. Я пойду схожу за этим пока что. Так, у стены слева замечены мутанты. Так, стопэ. Сейчас будем отбивать. У стены справа замечены мутанты. Ребята, давайте сюда. Хватит дом строить. Успею, не успею. Там же у нас один салагат остался. А, так он тут всех одолел. Молодчинка такой. А как он их... Чем он их тут нагибал? Интересно знать. Ярослав. Так, сколько у меня там есть? 4 штуки всего лишь. Стена слева уничтожена. Отступаем. Запарили. Я уже запарился туда-сюда бегать. Что за херобора это непонятная? Давай со мной. За мной. Мужики отказываются на стройке работать. Говорят, опасно нас сначала стены отремонтировать. Давайте, ремонтируйте. И вдвоем, чтобы по Шурику было. Блин, можно было как-нибудь призвать там вот того дальнего сюда? То надо каждому подбежать, сказать, что типа вот, надо бы на бы. Тудой, судой, судой, тудой. Так, сейчас у нас ночь получается, да? Одна стена слева, одна стена справа получается, да? Сверху это нам указывает, посередине костер, бочка. Так, сейчас мы... Ага, давай вот сюда вдвоем. А я тут пойду постреляю, может быть. День четвертый. Вот эти вот коконы, блин, их надо поразбивать. У стены слева замечены... Ну да, я их заметил. Где мои жизни вообще показываются? Сюда нельзя проходить, она походу взорвется и меня убьет. Так ведь? Так. Так, какую-то палатку они какую-то развели. Давайте собирать грибы, чтобы отдать этому чуваку, который приехал на тележке. Надо 8 штук. Погнали. Так, один здесь. Это что за дом? Что с ним делать? Непонятно. Так, сможешь починить?
Не сможет по ходу дела, надо за этим бежать. Этому сейчас отдадим. Все, он погнал. Давай. Этого сейчас с собой налево. Да, налево сейчас у нас две стены. Пока день. Вот здесь чини. Ну ты чё? Чини. Все. Так, ты за мной. Зачем, правда? Там скоро будет готов инженер один. Вот его можно инженером сделать. Ярослава этого. Почему, говорит, мы не используем лабораторию? Потому что у нас инженера нету. У нас еще чинится. Делается. Че, можно сделать из него инженера, не? Во, можно. Погнали. Давай в лабораторию. Делай там что-нибудь. Что он там делает, интересно, хрен его знает. А, он изучает, да, по ходу дела? Он что-то изучает. Ну, мы, получается, остались без ремонтника. Без ремонтника и без защиты правой стены. Правой стены, ну ладно, я буду сам защищать. Там слева у нас, в принципе, двое есть. Хотя и можно было на одну стенку, на ближнюю поставить. Думаю, было бы логично это сделать. Пойдем сюда. Давай. О, вдвоем стойте. Вдвоем защищайте. А я буду защищать здесь. И заодно разведаем, что у нас тут. Так, еще у нас тут можно одну стену сделать. Так, я могу его... А, нет, я могу тут приказывать. Стены слева замечены мутанты. Ну да ладно, они там сами разберутся. Я тут коконы пока поразбиваю. А, нет, смотрите, я могу спокойно проходить. Ох ты, они со щитами бегут. Видали? У них железные щиты. Их не так уж и ты просто... Ах ты ж, блин. Ай-яй. Звездец. Чуваки, хватит. Вперед. А эта песня поет, ему пофигу нафиг. Капец. У нас чувак красный. Как ему похилиться? Погнали за мной. Будем чинить стену хотя бы вот эту. Блин, нам этих не хватает. Материалов. Черт. Шорт стригонный. Вот этот лопатчик тоже красный. Смотрите, он кровью обливается. Сейчас мы накопаем, накопаем. Здесь мы что-то найдем, нет? А здесь? А? Тут, тут, во! Вот это вот, давайте, разбирайте. Нам хотя бы одну стену починить. День пятый. Шестеренки. Не, ну, такое себе. Но это же выживастик. Стратегия, тут надо стратегически думать. А я-то тут что? Грибов давайте набирайте. Вон коконы повылуплялись. А, это типа матка, она их это. Стой, ты что там хотел сделать-то? Все, за мной, погнали. Побегом, побегом, побегом. Строить стену нафиг. И дом разрушили. Сейчас они по Шурику зубы бенят.
Так, нажмите, чтобы переупорядочить отряд. О, а чё? А, вон как. Понял. То есть этого сюда. Этого за мной. Инженер у нас, по-моему, кони двинул, да? Так, а ты чё от нас ждёшь? А, нужно же разбирать. О, кстати, инженер-то у нас тут-то. Шли со мной. Чё ты стоишь-то? Тебе в лабораторию надо срочно. Давай. Делай там свои вещи. А этого вообще нужно, наверное, обучить в лопатчике. Бери лопату, он 3 лопаты сделал. Кстати, в Kingdom также вот, видите, 3 лопаты стоят. Он также там делал всякие щиты, оружие, там вилы, всякую ерунду такую. И прям так же вот складировал рядышком. И было все замечательно. Ну-ка, пойдем вообще на разведку сходим. Герман. Еще лопатой там их в башке настучишь. Вот эту тетку залутаем, к примеру. Что у нее там есть интересного? Тут какие-то мощные чуваки живут. Так, у нас 5 колбочек. Колбы зачем нам? Я не знаю. Сколько у нас? 4 гриба, 5. Еще 4 надо. 3 точнее. Потому что у нас чувак только... Блин, ну он так режет долго, грибочки эти. Ну что, прикольно. Фай, нарезай, Герман, побежали. Давай, тут стой. Давай нам, дядя, блин, это... Побольше бы. Так, Ярослав там что-то мутит. Я не знаю, что. Туман, туман. Ну, тут, кстати, можно построить стену. Стены справа. Блин, там сейчас, по ходу дела, с этими, со щитами. А нас народу вообще катастрофически не хватает. Так они прут и прут, блин. Шуба, шуба. А, стена разрушена, бежим. Блин, тут хоть отстреливаться можно. О, все, короче, нам звездец. Мы прожили 5 дней. Ну, это вообще замечательно. Хоть 5 дней прожили. Нормально. Че здесь дней выжили 5? И где-то мы очутились, непонятно где. Ну, а на этой веселой ноте я с вами буду прощаться. У микрофона был Кэтсунекл. Спасибо за просмотр. Всем пока. Еще услышимся. Джане.